Всем привет! Хочу показать вам вот такую травку. Это суккулент. Называется эта травка портулак огородный. Несмотря на такое название, травка эта дикая. Но в огородах она периодически заводится, потому что все-таки условия здесь более благоприятные для нее. Она считается сорняком. Но у нас на Кипре ее обычно не спешат выбрасывать и вырывать из огородов. Ее кладут в салат. Салат из нее получается вкусный. Обычные помидоры, огурцы кладут и немножко добавляют вот этой травки. На Кипре она называется глистерия. Раньше я даже не знала, что это такое, потому что вот я сама из Донецка. В Донецке я такой травки не видела. Может быть, она растет у нас в каких-то других регионах. Первый раз я с ней встретилась только здесь. И вот потом узнала ее русское название. Стебель у этой травки, смотрите, вот такой толстенький, мясистый. Цветет она желтыми цветочками. Во время цветения ее кушать не рекомендуют, но вот сейчас цветочков я не вижу. Думаю, что скоро она зацветет. Видите, уже такие большие у нее стебелечки. Когда она отрастает длиннее, она начинает стелиться по земле. Сейчас я буду собирать ее на салат. Каждый день практически я ее собираю, и на следующий день она вырастает снова и снова. Сейчас жарко у нас. Вот видите, даже петрушка в этом месте. Хоть мы и поливаем, а она у нас такая вот по жаре. Видите, не растет практически. Зато портулак или глистерия разрослась очень хорошо с таким поливом. Муж у меня каждый вечер поливает. Иногда даже два раза в день. Вот, кстати, лимончик зацвел. Смотрите, как он цветет. Вот такие цветочки у него маленькие. Будут лимончики у нас. Так, насобирала я немного травки. Вот такой интересный, симпатичный сорнячок у меня. Красивый букетик получился. Если вы увидите такую травку у себя в огороде, то не спешите ее выбрасывать. Возможно, она вам понравится. Можете почитать в интернете. Оставлю ссылочку на Википедию. И сейчас пойду готовить салат. Травку хорошенечко промываем, убираем вялые листики. И вот в таком виде ее можно сразу же отправлять в салат. Я разрезаю вот это вот такую длину пополам. То есть, если она у вас еще длиннее, можно ее еще чуть-чуть порезать. Вот. Но обычно кладут или кушают ее именно вот такую большую длинненькую. Вот она даже похожа чем-то отдаленно на щавель. Что-то общее между огурцом и щавлем, я бы сказала. Вот такой салатик у меня, видите, здесь помидоры, огурцы, перец, лук. Обычный салат. Кстати, ни маслом ничем не заправляю, ни майонезом, ни каким-то другим съедобным веществом. Просто кушаю обычный салатик. Так, принесла штативчик, сейчас быстро покажу вам. Вот так примерно я делаю, смотрите. Один раз отрезаю и отправляю все в миску с салатом. Вот так выглядит мой салатик сегодняшний. Перемешиваем. И вместо зелени у меня сегодня глистерия. Вот такой вот красивый салатик я сейчас буду кушать. Если вам понравилась такая идея, обязательно попробуйте эту травку. Не бойтесь. Давайте еще раз вам покажу, как она выглядит. У нее вот такие листочки в виде капельки. И толстый стебелечек вот такой вот. Надеюсь, эта информация оказалась вам полезной. Спасибо за просмотр и до встречи в новых видео.